Ой, здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Ого, ничего себе, спасибо большое, Пиксарчик, спасибо огромное. Привет, Ложик. Бать, я на долгую память останусь, кайф. Там еще где-то кто-то хотел остаться. Пусер вот еще хотел остаться. Здравствуйте, ребят, здравствуйте, все тут останетесь. Здравствуй, мы сегодня будем с тобой гулять. Вот мы тебя привели в нашу школу. Давай на штырь сажай его. На штырь тебя посадим и будем показывать. Смотрите, какой у Артема наряд. Он как Джокер, скажите, как Джокер. Сейчас, я обращаю внимание на ветер. Кричи громче, говори громче. Тебе пиздец. Если что, вы находитесь на районе, который называется Дурдом. Здесь прошло все наше детство. Это раньше был популярный двор волгодонский. Сейчас хуй знает. Покажи эти прекрасные районы. Но оно стало лучше. Раньше было тлен. Да нихуя не лучше. Вон там дальше в углу дома наркоманы лежали мертвые. Вот здесь мы учились. Но было все не так. Ну да, пиздец тут какой-то. Стало как-то круто. Раньше мы ели барбарис, называли красные листы. Вот, кусты. А теперь там какие-то ебучие розы. А вот тут растет дерево, которое я все время говорил, каша, мы его ели-ели, которое растет на вот этом дереве. Да покажи дерево, они поймут по дереву. Сейчас, по листьям поймут. Да не, по листьям сложно. По листьям сложно? Конечно. Они мутные просто. Ну вот такое вот дерево, короче, тут растет каша. Вот, видите, дерево. Иногда, это да. Это дерево. Это дерево. Ну, ебать, у нас влог начался, круто. Ну, у нас с Максом сегодня будет пикник вкратце, да? Это так по-гейски звучит. Да, мы без скатерти, по-жесткому будем. Что более, бля, гейски звучит? Сейчас мы идем в пиццерию Камин, там, где ролл-дракон с волосами. Набираем на шведском столе еды. Потом идем в магазин, берем сосисок ваших долгожданных и будем жариться где-нибудь на дамбе. Йоу! Кто-нибудь видит здесь слона, ребят? Что скажешь, Давидыч? Ну, блядь, смысл, он похож на слона, блядь. Я сейчас отжиматься тут начну, блядь, если ты не знаешь, что это нормальный слон. Ну да, классный. Самый лучший, которого я видел здесь. Москвичам не понять. А, нет, наоборот, я же Давидыч из Москвы. Нет, ты Давидыч из Волгодонска. Ух, сука, отстроили там себе какой-то, блядь. Петушиный небоскреб. Пиццерию Камин пойдем? Да. Тюрьма для психбольных. Ебать, репортаж у тебя, конечно. Раньше был забор вот до сюда. Да, и мы все по нему ходили. Вокруг всей школы мы вот так проходили. Это было, знаете, типа... Сколько яиц было перебито. Ачивка была, когда ты перешел весь забор, типа... Когда вообще не прикасаясь ни до чего вокруг всей школы. Говорю, люди травмировались, били яйца, ломались, ели кашу по пути. Что так не происходит? Да, вот здесь останавливались, и был привал, бля, на кашу. Короче, пожрали и пошли дальше. Клево было. А теперь, что это? Что это вообще? Это почему так придумано? А может быть попробуешь залезть и пройтись по этому забору? Нет, я уже стал на 70 килограмм больше, поэтому нет. Ну пойдем да. Покажем стройку. Пойдем. Мы на фоне этой замечательной стройки, которой нету. Блядь, стройку снесли, пизда, уроды, блядь. Но у нас есть записи съемок двухлетней да. примерно давайте давности. Давайте вернемся в это замечательное прошлое. И посмотрим влог с того времени, да. А потом вернемся к нам. Нормально. Кто знает, как я охуительно рисую, теперь вы, наверное, поняли, откуда мои ужасные рисунки отпечатались в голове у меня здесь. Ведь я действительно вот такие рисунки рожаю все время. Это же ужасно. Я теперь понял, откуда у меня скилл. Блять, это страшная хуя. Пол такой нихуёвый. Жопа. Вот все надписи в PUBG берутся отсюда или в Таркове там. Хуйня, нереалистично. Вот так все выглядит на самом деле. Здесь пацаны были всегда пейнтбольные, которые в нас стреляли. Мы выживали, в нас там не попали, правда. А, нет, в кого-то в тебя попали? Попадали. Или кому-то в кроссовок попали? Да, в меня попадали. Код Гитлер.
Гитлер! Гитлер! Ты так громко не ори, нас тут убьют. Так они его убьют. Внимание, обзор на парк, посвященный лавочкам. Типа, какого хуя, блядь? Здесь у нас дорога, которая никогда не построится. Там один только упоротый бомж ее строит. Почему так много детей? Потому что тут только лавки. Что, ну, мамки любят сидеть, а дети любят рядом бегать. А. Что скажете, Давидыч, про этот замечательный парк Волгодонский? Это петушиный парк, на самом деле, блядь. Почему так? Потому что эти, помнишь, раньше тут было колесо обозрения? Да, да. Вихрь, ебать. Так продали и построили лавок. На лифтах вообще потратили, наверное, рублей 150, блядь. Лифты, это, между прочим, даже без электричества работали. Надо было самому трудиться, чтобы повеселить себя за деньги. Надо было выжить, блядь, чтобы не умереть в этом лифте, когда начинает он крутиться, распидорасить могло. Да, если руки отпустишь, полетишь там как в миксере. Макс в лесу с белкой. Это как будто в лесу еще был красивым. Зато смотри, какие мусорки классные. Это единственное место в Волгодонске, где есть столько мусорок. Да, кстати, пиздец, мусорок тут реально много. Как и лавок. Мусорно-лавочный парк. Ну, люди как будто умерли на этих лавках. Парень просто сидит, у него как будто все родственники умерли. Да, да, он вообще без эмоций такой, просто смотрит в одну точку и такой наушников. Это, раньше, когда тут, помнишь, была еще накрытая она? Да, такое было? Да. Не помню, да, ну нахуй. Да нет, просто забор был выше. Ну да, ну в смысле, она была такая накрытая. Ну в смысле, забор такая накрытая. Да тут не было крыши никогда. Да нет, не крыша. А, да, чуть-чуть накрыта. Такие, знаешь, типа вот немножко вот такие. Ну какие-то вот такие, типа, блядь, полубоки. А, ну, короче, заборы. Да, да, и тут виноград был. И мы тут в лагере детском были. Так. И нам тут заставляли нас искать закладки, типа, вожатые, короче. Вот под лавками тут были лавки, короче. Жвачки отрывать. Нет. Закладки? Да. Настоящие? Да. А я помню, на субботнике в лице убирался, и мне шприц в палец воткнулся. Не настоящие, я имею в виду, это был конкурс найти закладку. А, прикольно. И, короче, тут были лавки, и нам надо было найти быстрее всех лавок, ну, больше всех, в смысле, закладок. И что, насколько нашел ты? Ну, мы проебали. Как это? Ну, мы были... Столько лет тренировок. Ну, это в будущем. Произошло уже, тренировка была. Так, я тогда был неопытный юнец. Ну, но зато у тебя подготовка была. За имя от лицея? Или от чего? От лагеря детского. От лагеря. Тут Цой выступал. Ну, в смысле, тут был не Цой, в смысле, а день рождения. Помнишь, было Цоя? Да, панки харчкоеды вышли. Да. Ну, волгодоенцы в то время все панки ели харчу. Да, волгодоенцы в то время все ели харчу, ну, которые панки. Да. И типа это они такие, мы панки, поэтому едим харчу. Да. А мы всегда орали, поэтому мы рэп слушаем, вы конченый. И мы, и да, и, короче, тут много людей, наших друзей, говорят, вот это сейчас Цой будет, а мы говорим, фу, Цой, пидор, ебаный. Да, и орали где-то тут сбоку, да, это мы. Да, и все такие, такие... Да, да, но мы страшные были. Но никто не решился подойти к нам, 16-летним, ебаный. Конечно, мы выглядим, как будто мы с заточкой воткнем кого-нибудь. Да, мы да, хоть ты, на самом... Лысый с челкой, бля, ебать, стоишь нахуй такой. Они просто думают, не, это какие-то говноеды. Не будем к ним прикасаться. Даже мы, харчкоеды, блядь, не такие суровые, как они. Не, не такие зашкварные, как они. Но мы были крутые, в нашем хотя бы воображении точно. Дальше мы не спрашивали. Раньше мы тут бегали, крутые такие-то. Да. Ниндзя ебаные. Никто даже не упал ни разу. Вот по этим штукам бежишь такой. Да, да, да. Как мужик. А вот эта вот штука, короче, берешь свой верхнего этажа, плечами цепляешься, спускаешься. Потом на руках бежишь. Мясо уже да. Так осваивается, и бежишь по этой штуке. Да, кай. Да, даже тут есть член. Ну это, наверное, бля, почему любое видео, какое не начнешь снимать, везде все в хуях? Потому что дарба. Даже, блядь, пришел поностальгировать, а все в хуях. Что думаешь об этом члене, Макс? Ну, он такой, знаешь, что это, блядь. Шляпа как... большая. Да, да. Вот тут вот была горка, все спрыгивали. Не, не горка, ну тут был сугроб снега. Ну да, да, и все спрыгивали, типа, крутые. Да. Один пацан спрыгнул, покатился туда. И зацепился он за... Крюк, короче, крюки такие в бетоне. Крюк в бетоне. Повис, висит такой, а пацаны... Ну, он такой, знаешь, он как бы боком, так, ну, вот так вот висит, типа, одной рукой, ну, и у него нога еще здесь. Ага. На этом. Да. А, ну, вот так. Типа, одной ногой, да, он висит там, да. Дальше, я... Одноклассник мой. И мы такие, ебать, ебать. Столько всех умерло, а один
Да, прикинь, мог бы как разъебаться красиво. А хотя мог бы и не разъебаться, там снега было, бля, по колено. Ну да, ну мы же пробовали. Ну да, да, наверное. Такая хуйня, чисто пацанцы. Поржать чисто. Потыкать в ребро, блядь, потом пальцами. Поправлять, там, получать такое. Сказать, ебать, ну давай в больницу тебя отнесем. А, самое главное, что хотел сказать. Вот вы знаете все Арбат, ну это такая улица красивая, да? Там да. Все что-то тусуются, типа круто, красота. Мы не знали, я лично не знал полжизни, что Арбат это какая-то улица в Москве. Я знал, Арбат это вот эта стройка. Бомжи, расколотые черепа, кусочки щенят, лежащие на подоконнике. Что еще? Блядь. А, изнасилование. А, да-да-да, изнасилование. Всем дворовым насиловали. Но не мы. Но не мы. Да. Это, что еще было? Там много чего. Колобуды, дома, тут всякие сети подъедем, подземные. Вон там, где дым примерно. Там атомная. Да, то ее можно увидеть, что, наверное, отсюда. Ты же... Да ладно, Воль, видишь, это труба, это труба. Как тебе, Макс, наше бывшее училище? Вот я помню, вот мы учились тут, и в один из дней мы на даче на дверях спали, пили всю ночь. Да, пили. А потом Макс сюда поехал на утром на... Перетягивать канаты на соревнования. День здоровья, как-то да. Так. На день здоровья Макс приехал с дикого похмелья. Короче, знаешь как, автобус остановился. Все, ну вот Артём, все пацаны, короче, идут спать, едут просто по смахмелуге, похмелье, блядь, весь автобус в перегаре, а я иду, ебать, в бурсу, нахуй, перетягивать канат, блядь. И Макс решил канат обтянуть вокруг себя, закрутился в него. Я чуть не блеванул. Ну вот, да, классно. Зря ты не блеванул. Ну да, на противников, чтобы они проиграли. И вот на этом месте был субботник. Дали нам перчатки работяг. И я, короче, мусор собирал вот тут, вот тут. И там шприц лежал с иголкой. Я воткнулся. И я как бы все эти годы лет 8 не хожу проверяться. Но, возможно, у меня спит. Да, если бы у тебя был спит, ты бы уже умер. Ну или уже бы понял. Почувствовал бы. Да. Ну видите, прична на между бровей. А, ну это сейчас спит. Это спит. Короче, тут есть такое место, называется тупик, потому что туда всего один вход и один выход. Тупик, это классно. Я помню, знаешь, что боялся перешагнуть вот это. Да, я тоже боялся. Да, правильно, мало ли что. Блять, я вспомнил, что я вот что я боялся. Вот этого края? Да, это пизда. Типа, так... Да, вдруг ты туда споткнешься и вывалишься нахуй. Ноги шире. Так, блять, Макс, страшно теперь. Ты клонишь, что ли? Я реально охуел. У меня камни из-под ноги вылетели. А, это еще не конец, блядь. Да, еще так. Сука! Опять... А, нет, через это я боялся, видно, шире. Да, и там светлей. Дырка шире. Вот он. Давай, иди. Тупик. А, иллюминаты жили. Иллюминаты. Да, вон внизу идешь. Да, 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 фашисты. Фашисты, сектанты. Есть Тёма Лох надпись? Хочу Тёму Лох. Да она вся выцвела уже. Да сука. Вот тут все писали. Ну то есть ты знаешь, где писали. Ну я же был с ними. Ну ладно, ну не писал, да? Да нет. Тёма Лох, я нашел. Во, да, это все про него. Это судьба. Он... Ты расшифровать умеешь, нихуя, что ты язык этот древний знаешь. Тёма Лох, это судьба, он... Еда или что, еди или нет? Наво... Навоз. Сложно что-то. Это просто настенный рэп наши. Да? Наши надписи? А, это мы просто имена перечисляли? Ну да. Вот Макс, сука. А что там зачеркнули? Кто-то зачеркнул Макс, ебать, пиздец. Кабан, Полина, Вова лишь выжили на этой стене. Дурдом. Да ты зачеркнул, да, наверное, сука? Кого? А что я сега? Я там тоже должен быть. А что, и себя зачеркнул? Либо я не в курсе, что это тут за дела вообще у вас творилось. 20.00. Блядь. Третья, что ли? Да не, вряд ли. Блять, Макс, если ты умрешь, ну и, конечно, видос будет хороший, но не надо. Не знаю, к чему эти звуки, но ты смотришься, как будто ты в клипе про смерть. На фоне жемчужинки мы умираем, пацаны. Школа 25 в крови. Давай вот так сделаем и убежим. Давай. Блядь, ты... Ой, дурачок, что ли? Ой, нет, а мы же бежим, она нас смотрит все это время, Макс.
беги. На нас смотрят, как мы бежим вообще-то. Ты беги вперед. Блять, ладно. Да не про тебя. А, не про меня, а про него. Да, да. Давай, беги. Или не ее? Не ее. А кто-то смотрит сейчас с окна, потому что все смотрят, как мы тут ходим. Да, все, да, блядь, знакомые. Смотрят, как мы общаемся с тобой и бегаем тут. Сейчас в дырку покажу. Дырка тоже важная вещь. Раньше была дырка пошире. Помню, у ребят вообще смешная хуйня была. Вот здесь была такая бетонная площадка. Пойдем посидим. Пойдем. В общем, раньше... Помнишь, здесь была бетонная площадка? Да. Не, ну какая-то она не такая, блядь. Какая-то не такая она была. Наверное, это она. Вот эта бетонная площадка. И под ней, короче, ну, селитра. Знаете, что такое селитра? Бутылку кидаешь, короче, закрываешь бутылку, кидаешь под машину, она взрывается там, и полмашины сразу наносит, короче. Вот, и мы так делали в детстве. И, короче, здесь где-то жил мужик какой-то. Да не где? Тот мужик, где балкон сгорел, и там была черная дыра такая у него, из-за того, что хата вся сгорела. Не знаю, может быть. Ну, короче, он был жирный. И он не мог пройти через дырку. А мы типа могли. И он, мы кидали его под мою машину селитру, она взрывалась, а он приходилось ему обходить вот так, чтобы нас типа подразнить. А мы уходили. Вы, ну, в смысле, не подразнить, а попиздеть на нас. А мы уходили в дырку, а он не мог пройти в нее, потому что был жирный. И ему приходилось обходить, и он не мог нас поругать. И он в итоге забил, и больше никогда никто его не видел. Бабушка сейчас чуть тебя не сбила сзади. Прям бабушка? Ой. А почему она такая бабушка? Она такая, едет, она у тебя такая. Да, она просто хочет меня. Ну, возможно, такая жопа. За нами. Это за нами, ребят. А, мы же, блядь, дверь. А, мы же ебанутые. Мы же, короче, в дверь позвонили, убежали и не убежали. Куда ты орёшь, блядь, я нахуй чуть не убью, блядь. Да, в смысле, мы позвонили в дверь и забыли, что мы туда позвонили и не убежали. Давай убегать от нее. Ой, она идет сюда, я пойду отсюда. Бля, какая лужа, красивая. Давай прям бежать. Давайте в камеру бежать. Сейчас, подожди. Давай бежим. Давай на нее смотреть. Дырка. Макс чуть туда не улетел сейчас. Когда ты меня дернул, я чуть не умер, блядь. Да ты туда прям наступать собрался. Я знаю, но я так понял. А мы пролезем? Если без промфеля, то нет. Давай я тебя ногой. Я застрял. У меня, кстати, дырка от ногтя. Дырка от ногтя. Да вот дырка от ногтя. Бля, я пролезу? Ого, это так сложно. Ой, Юрик. Ой, он сейчас скажет, Артём, это ты? Чуть-чуть, да, себе чуть-чуть, в дверь-то проходишь. Я жирный стою, он так бы сказал, ты жирный. Он, наверное, увидел, что ты через дырку вылез, и такой, нихуя ты из дырки, блядь, вылез, я как так-то? Где я был? Нам дали в камине жвачки. Ты холодец. Но он, блядь, нормально выглядит вообще. Ну, в смысле, я имею в виду, не расплылся. Он выглядит как чужой. Не, ребята, ну... сзади завод, на котором мы работали, если что. Бывают дни, когда я иногда просыпаюсь, ну, либо стримлю, и в этот момент я думаю, Макс ведь не любит холодец. Как сейчас Макс нравится. Попробует холодец. Ну, пахнет неплохо. Да. Тебе не нравится? Ну, за хуйню это выплевать, это нормально. Какую хуйню? Мясо? Вот если вот это съем, я просто пиздануть, блядь. Вот с вот этим вот. Да вкус это много. Давай прям. Блядь, я поражен. Кто не любит холодец, таких много. Я вам пизды дам. Вкусно же? Да нихуя, блядь. Да как так? Да это жирная хуйня, блядь, во рту мне. Ладно, если бы мы были ангелы-демон, кто из нас был бы демон? Ты. Такую хуйню, блядь, жрать, блядь. Это, вы там это, лайк пишите, завозите и пишите, кто любит холодец и кто не любит холодец. Мы посмотрим, кого больше. Кто не любит, пустим на холодец. Корабли. Так, короче, мы идем на местное море. Искусственное, между прочим. Солнце летит вправо, мы бежим в ту же сторону, чтобы не потемнело. И бежит поссать. Смотрите на него, хулиган. О, все, по штанам еще потечет.
Подождите, я с рэпа смеюсь. Ребята, мы забыли купить, чем разжечь огня. Поэтому у нас новая рубрика не... Сырые. Не жареные сосисы. Не жареные сосисы. Это чисто Макс развести на уют. Напиток высший класс. Чистый прямиком из 2007-го. Я думал, все будет интимней. Интимно есть. Да нихуя не интимно, все на нас смотрят. Это не горячие сосисы. Пацаны, тут красиво или нет? Арка сегодня будет. Будешь люлять? Доедать? Да. Выглядим, как будто мы типа на, ну, викинги. Мы думаешь? Мне кажется, нам не, все тут пизды хотят дать. Выглядим, как будто мы викинги. Они уже видят, как мы ебем друг друга. Да что, ужин без меня начал? Ну, я думаю... Я думал, у нас любовь, а ты и так поесть пришел. Да, кстати, я думаю, ты не сможешь есть. Как это я не смогу есть? Ты держишь камеру. А. Как тебе хлебушек? Хороший? Не знаю, пожарить бы его. Вот как хлеб. Не положу. Земляне, блядь, можно подобрать. Земляне, блядь, гниет здесь нахуй, блядь. Самое главное вот это. Мы это лет 10 не пробовали. Блять, вы как уебаны, реально. Зато с другим каким-нибудь человеком мы бы так время не провели. Вот это сухое, что мы вам показывали, тут везде вода была. И пляж в той стороне был. Да пиздец, тут воды нахуй было метров 500 вот этого. Да. Все плавали, был пляж и так далее. Но потом что-то пошло не так. Стала куча мусора, тины, говна, и все умерло. Почему так светло на камере, а так темно внутри? Давай, за антиздоровье. А все, давай до дна напить? Нахуй. Не, просто хоть попробовать. Ну, если тебя потянет до дна, то пей до дна. Слушай, это неплохо. Неудивительно, что мы это пили. Компот, блядь. Сейчас такие, о, бля, блейзер заебись, надо бухать его, только его, блядь. Сделай два глотка. Вот тогда приходит ощущение дискомфорта. Нет, пизда. Пацаны, мне пизда. Нарисуйте кто-нибудь арт. Давай другой стороны станет, думаю, море хотя бы. И там не надо так жестко рисовать людям. Мне кажется, это на весь пляж было слышно, блядь. Это... Ребята, а вам как вообще наш весь поход и наш весь влог? Подписывайтесь на канал, подписывайтесь к Максу на канал, заходите, ссылки на его Twitch и YouTube в описании. Он в основном сидит на камере, блядь. Камера вырубаться пытается. Я вас люблю, ребят. Подписывайтесь, жмите на колокольчик, подписывайтесь на бота, приходите на онлайн-трансляции. Целую, обнимаю всех. Хотите что-то? Пишите в описании, в комментариях, точнее. Пишите в комментариях, если вдруг что-то вы хотите. И мы обязательно для вас сделаем. Ебать ты, мистер Загадочник, твоего лица черная просто силуэтина. Ну я все равно это, да. Ну, чат. Пока. Да, пока. И я так отдаляю камеру. Так. И музыка включается. Красиво там? И титры. Ой, давай вот туда. Давай. Тогда еще раз встань, типа сделаешь как-нибудь красиво обрезку. Не... Я вас целую, обнимаю, люблю, кореша мои браточки, любимые корешочки. Муа. Шух. Ого, ебать красиво, Макс. Бля. Не хватает ракеты, вот тут такая ракета летит. Да. И потом так... Да. Не, ну это в нормальный, прикольный, в Fallout 3, если было бы. Бля, красиво, кстати. Что не говори, но подрочить хочется.